Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вы давно увлекаетесь или пишете стихи, пишете музыку? Музыку, стихи я пишу с самого детства, можно сказать. А именно начала этим заниматься, вдохновилась только недавно. Ну, буквально зимой. И вот, и сейчас я уже, ну, как бы хочу развиваться в этом направлении, потому что мне это интересно, вот. И, соответственно, делаю, ну, какие-то шаги, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Вы, наверное, хотите попасть к звездам, наверное, ближе к шоу-бизнесу. Ну, это такой первостепенный шаг, ТВ-шанс. Какая у вас вообще мечта? Да, вы совершенно правы, но правильно сказали, я хочу попасть в шоу-бизнес к звездам не меньше, вот, и поэтому решила, ну, постепенно двигаться, как бы, по этой лестнице и начать, так сказать, с малого. А где можно вас найти, чтобы слушатели захотели вдруг познакомиться с вашим творчеством? Какие, может быть, социальные сети есть? У меня на следующей неделе выходит мой первый релиз, ну, с моей действительно профессиональной песней, первый. Вот, найти меня можно как в ВКонтакте, так и в Инстаграме. В Инстаграме я записана как Светлана.Лис, через У, Луз. Вот, а ВКонтакте просто Светлана Кочеткова. Мы очень рады, что вы пришли. Я думаю, что вам понравится. И дальнейшие также у нас выступления будут проходить. Ну, а потом мы вас увидим на голубом телевизоре, да, и на голубом огоньке тоже. Вот такая вот Света у нас. Всем пока!